Сейчас, секунду, я отключусь на... Так, ну все, меня видно, слышно, хорошо? Да. Отлично. А, всем привет в этот прекрасный солнечный день. А да, как солнышко прибавляет настроение. У меня прям вообще заряд энергии, ух, такой боевой. А, хочу представиться. Меня зовут Марина Евстигнеева. Я являюсь организатором этой группы. И хочу огласить тему нашего эфира. Как создать дополнительный доход помимо своей основной работы. А расскажет нам сегодня об этом замечательный человек, целеустремленная личность, который сам строит свой доход по этой системе, Андрей Перваков. Давайте его послушаем. Спасибо огромное, Марин. Андрей, а подожди, сейчас еще минуточку, я забыла сказать, извиняюсь. А после я, как Андрей расскажет, да, я представлю, немного расскажу о серии Essential by Artistry. Отлично. Ну все, слушаем и вникаем. Ну да. Ну что, начнем, дорогие друзья. Я рад всех видеть, кто сегодня, скажем, присутствует на этом эфире, или, допустим, кто-то будет присутствовать потом, в последующем времени. Вот. Хочу немножко показать сегодня возможность, бизнес-возможность от компании Amway, и я хотел бы начать именно с какого момента. Буквально позавчера я поехал на службу, и... Пока мы ждали развода, мы в курилке стояли 8 мужчин, все разных возрастов, и, соответственно, общались. Я стоял так в сторонке, мне было интересно, как оно вообще вот в жизни все это происходит, да? И когда я стоял в сторонке, я начал считать, сколько рекомендаций мужики давали друг другу. Рекомендации по разным моментам, допустим, кто-то рекламировал резину, кто-то говорил о машине, кто-то говорил о запчастях, где он хороший, какие покупает. Один мужчина, Николай, он там стоял и говорил, блин, жена какой-то порошок купила, от меня пахнет вообще не знаю как, зачем я стирал этим порошком, там все такое стиральным. Вот. Третий там говорили про лекарства, то, что они в аптеке покупают, где это дешевле и так далее. Вот. То есть, и вот буквально за 30 минут до нашего развода я насчитал в общей сложности порядка 35 рекомендаций. То есть каждый мужчина высказывался от себя в сторону какого-либо продукта или услуги. И, соответственно, кто-то на это реагировал, кто-то ему пересдавал вопросы, а где это, а как это, а почем это и так далее. Да? И вот речь идет о чем? Что мы в повседневной жизни, и наша жизнь, она складывается таким образом, что мы даем рекомендации, советы. И если мы в какой-то теме, допустим, разбираемся более-менее, ну, хорошо, адекватно, то мы стараемся эту тему как можно больше расширить. И еще один такой случай, допустим, вот у нас дома засорилась буквально на днях канализация. Мы с супругой пошли, выбрали средства для прочистки канализации. До этого мы там брали какой-то один бренд, потом он изменился, потом он почему-то перестал работать. Вот, и мы нашли какое-то минское, скажем, средство, решили его попробовать. И когда мы его попробовали, оно действительно сработало. У нас весь сток ушел, канализация очистилась, все настолько классно, суперски, здорово. Вот. Какова была наша реакция, вот, допустим, моя и Натальина? Естественно, зная тех людей, у которых есть проблемы, допустим, с той же канализацией, мы с ними созвонились и сразу об этом рассказали. Говорим, так и так, вот в этом магазине есть такое-то средство. Вот. Естественно, люди пошли, купили это средство, тоже попробовали, оно у них тоже сработало. Вот. То есть я к чему это начинаю? То, что вот наша жизнь повседневная, она складывается вот из этих вот советов, рекомендаций. И самое интересное, что кто-то из наших знакомых, допустим, может быть, даже незнакомых, этих советов и рекомендаций придерживаются. Они идут, покупают какие-то услуги по нашему, скажем, по нашему совету, покупают какие-то товары повседневного спроса и так далее, да? Делают какие-то покупки в каких-то магазинах и, собственно говоря, таким образом они совершают товарооборот по нашей рекомендации.
Вот. Этот товарооборот, он уходит в сторону, допустим, тех же сетевых магазинов, остается там. И мы, как, скажем, те люди, которые дают рекомендации или советы, ну, собственно говоря, остаемся не у дел. В каком плане? За те товарообороты, которые совершаются в магазинах, мы ничего не имеем. Абсолютно. Потому что человек пришел по нашей рекомендации, он сделал покупку, вот, магазин получил свои деньги, а мы, как рекоменданты, от этого ничего не имеем. И я потихоньку подвожу к тому, что вот несколько лет назад я встретился с такой книжкой очень интересной, которая называется «Домашнее золото». К сожалению, я сейчас не помню, кто автор, и я не стал штудировать, кто автор, но суть не в этом. А суть в том, что эта брошюра, она не очень толстая, но она потихоньку нас подводит именно к тому, что на сегодняшний день есть бизнес-возможности, которых мы абсолютно не видим. И зачастую, вот если вот так вот мы с людьми начинаем общаться, кто-то ищет работу, кто-то хочет дополнительный доход, кто-то хочет поменять место работы. Вот. То есть много сегодня моментов таких, в которых люди находятся в поиске. Каждый по своей категории, каждый по своим запросам, каждый по своим мечтам, там, допустим, желаниям, целям и так далее. И когда я вот эту книжку прочитал, на протяжении того, как я ее читал, она аккуратно нас подвела к тому, что, оказывается, вот есть компания Amway, которая на сегодняшний день является производителем, и ее, скажем, ассортимент товара – это тот товар, который используется во всех домах практически каждый день. Он постоянно расходуется и постоянно, скажем, обновляется. Обновляется в каком плане? Если что-то закончилось, его обратно покупают. То есть это расхожий материал стратегического назначения, который нужны абсолютно в любом доме. И в этой брошюре также говорилось о том, что есть возможность от этой компании, и она как завод-производитель, не только является производителем данной продукции, но она еще предоставляет возможность, допустим, если мы захотим сотрудничать с этой компанией и будем для нее увеличивать товарооборот, она готова с нами делиться какими-то деньгами, в зависимости от того, какие товарообороты мы совершаем. И вот тогда меня тоже, когда ребята меня познакомили с этой компанией, я прочитал эту брошюру, меня это, конечно, тоже заинтересовало. Я говорю, как это так интересно? В обычных традиционных магазинах мы можем ходить, что-то покупать. Причем я хочу заметить то, что традиционные сетевые магазины, они не являются заводами-производителями, они являются посредниками, и значит, они назначают свою наценку на товары, на продукты и услуги. И плюс еще к тому, что вот я говорил про средства, которые где-то раньше работало, а потом перестало работать, это говорит о том, что в этих магазинах на сегодняшний день очень много контрафакта, это процентное соотношение на сегодняшний день порядка 70-80% подделки в разных сферах. Вот. И, соответственно, мы с вами, как покупатели, ходя в эти традиционные магазины, покупаем кота в мешке. Если мы где-то купили продукт, он сегодня работает, проходит 2-3 месяца, начинаются подделки, фальсификация, и товары, продукты перестают работать. И, соответственно, мы начинаем расходовать деньги абсолютно впустую. Вот. Что нам дает компания Amway? Так как она является заводом-производителем, она организована в 1959 году в Соединенных Штатах Америки, организовали ее два друга, и их цель была именно какая? То, что, чтобы люди могли продвигать товары высокого качества из рук в руки, то есть от дома к дому, от двери к двери, так называемый, да? Вот. И они сами не ожидали того, что компания на сегодняшний день уже, скажем, отметила свое 63-летие. И сегодня она находится уже больше, чем в 100 стран и регионах мира. Присутствует на многих на всех континентах на сегодняшний день. Вот. И она предоставляет не только покупку хорошего качественного товара, но, еще раз я говорю, она предлагает еще бизнес-возможность, то есть возможность организовывать вот эти товарообороты, за которые она готова делиться своей прибылью. И мне хотелось бы рассказать вот именно, как это все происходит. То, что вот относительно традиционных магазинов, я уже сказал, это понятно, да, то, что мы ходим, тратим, что-то покупаем, что-то качественное, что-то некачественное, и на этом как бы наша связь с этим магазином, она прекращается. Если же мы, допустим, заключаем
партнерские отношения с компанией Away, а они могут выглядеть, допустим, несколькими способами. Один из этих способов – любой человек может зарегистрироваться в компанию, и ему предоставляется постоянная скидка 15% на весь ассортимент товара, который присутствует в этой системе. Сегодня это выглядит как интернет-магазин, официальный сайт компании Away. Любой человек может зарегистрироваться прямо на основании своего мобильного телефона, получить в распоряжении свой личный кабинет и в личном кабинете делать заказы с доставкой на дом на Постаматы, в Пятерочке, в Озон там, или куда-либо еще либо. Вот. Сегодня эта логистика очень работает хорошо, все это отработано, все четко, все, вот, то есть абсолютно. 15% скидка, и здесь человек, в принципе, если он просто хочет оставаться как потребитель, как клиент, ему этого вполне достаточно. Когда человек, допустим, для себя рассматривает более какие-то, там, допустим, амбициозные цели, да, он хотел бы, допустим, иметь и скидку больше, то здесь есть вариант какой. Допустим, если человек в статусе клиента на протяжении какого-либо времени делает покупки, и эти покупки превысили 10 тысяч рублей, неважно, это за один раз или суммарно там в течение полугода, года, неважно, вот, то система компании Amway переводит этого человека автоматически уже на скидку 23%, а это очень хорошая, серьезная скидка, это почти четверть получается, да, и мы всегда говорим, вот, и наши спонсоры, ребята, и мы всегда своим знакомым говорим, вы идете в магазин с 1000 рублей, и с такой скидкой 230 рублей у вас остается в кармане. Я считаю, это очень шикарно. Это очень хорошая скидка, и ни один сегодня, скажем, магазин не может похвастаться именно такими потрясающими скидками на постоянной основе. Что дальше? Человек получает, допустим, скидку 23%, и здесь он уже переходит в статус клиента VIP, VIP-клиент. И вот те люди, которые, допустим, рассматривают для себя какую-либо доходную часть, да, понимая, что, допустим, на ассортименте этого товара мы можем увеличивать товарооборот путем, допустим, общения с людьми, путем дачи каких-либо рекомендаций, путем того, что мы помогаем людям разобраться и решать их какие-то проблемы, допустим, даже в плане здоровья, там, или в плане, допустим, домашнего обихода и так далее. То есть вот этих, скажем, вариантов здесь очень много, и ниш очень много, которые каждый человек для себя может рассмотреть. И вот когда человек он для себя рассматривает, все-таки ему интересны деньги, да, то здесь есть маркетинг-план, который работает уже вот непосредственно 63 года в компании Away. Причем самое интересное, зачастую люди говорят, может быть, где-то вы слышали, что вот старая компания, это она уже там свою изжила и тому подобное. Я вас хочу уверить, дорогие друзья, то, что за 63 года маркетинг-план компании Away не менялся. Единственное, он только обновлялся и добавлялись выплаты. Вот в этом плане он изменился немножко, да? Вот. По истечении, допустим, того, что компания Away на российском рынке уже находится с 2005 года, то есть уже 17 лет. За 17 лет доходы в компании Away за этот период времени выросли очень здорово. И дальше они тоже будут расти, индексироваться, скажем, по отношению к той обстановке, которая сегодня непосредственно в России. Да? Ну, опять возвращаемся к тому, что когда человек хочет для себя рассмотреть именно деньги. И вот маркетинг-план, он под собой подразумевает, я сейчас скажу, может быть, в цифрах. Мы привыкли, что маркетинг, он говорил, в процентном соотношении, но мне хочется сегодня показать, как это происходит в рублевом соотношении. Допустим, вы в компании Away сделали товарооборот на 20 тысяч рублей в течение месяца, что-то купили. И вот здесь вы попадаете, скажем, под категорию выплаты относительно вот этих вот товарооборотов. И вот эта тарифная сетка, она развивается от 20 тысяч рублей товарооборота до 1 000 000 рублей товарооборота. И, соответственно, за 20 тысяч компания выплачивает 3%, допустим, за 60 тысяч 6%, там, за 120 тысяч товарооборота она выплачивает уже 9%, там, за 240 тысяч 12% и так далее. И за 1 000 000 рублей товарооборота компания выплачивает 21%.
И мы можем посчитать и посмотреть, от 20 тысяч, допустим, 3%, это получается где-то в районе, скажем, 600-670 рублей в среднем. Пусть это не такие большие деньги, но все равно это очень здорово и приятно, потому что вот этот так называемый кэшбэк, который выплачивает компания, она выплачивает его в натуральном виде. И когда вы, допустим, регистрируетесь здесь как самозанятый, это один из перспективных, скажем, на сегодняшний день в России путей, по которому человек может идти и сразу иметь в своих руках живые деньги. Вот. То есть здесь нам не нужно платить пенсионные страховые взносы. Мы, допустим, вот я на сегодняшний день как самозанятый человек уже. И что делает компания? Она перечисляет мне деньги, скажем, на карту. С этой карты я эти деньги просто снимаю. И с этого, скажем, дохода, который мне компания перечислила, я плачу честно, открыто 6% налога в налоговую инспекцию, допустим, нашего города Воскресенска. И я доволен, скажем, компания Amway довольна, потому что она сейчас уже, скажем, не смотрит на меня, как на того человека, которого нужно где-то, скажем, обучать и поддерживать в плане вот этого, скажем, момента самозанятости. То есть я для себя это определил, я это, скажем, изучил, мне это понравилось, я стал самозанятым, и я стал самостоятельным человеком относительно вот этого. И, соответственно, вот дальше что происходит? Чем больше товарооборот, опять же, я хочу вернуться, что вот эти 20 тысяч рублей товарооборота в месяц мы можем, допустим, совершать или, в частности, своей семьей, да, ну, для кого-то это может быть затратно. И вот здесь мы можем для себя рассмотреть момент какой? То, что так как это сетевое направление, значит, мы вот этот товарооборот можем делать не одни, а с кем-то из своих знакомых или, допустим, из тех людей, которым понравился маркетинг-план компании Amway, которым понравилась продукция, вот, и так далее. И, соответственно, вот вместе такой товарооборот сделать гораздо легче. То есть, вот, возвращаясь к тому, что нам понравилось, допустим, вот это вот чистящее средство для канализации. И буквально одна история, вот, которая у нас случилась буквально на днях. Моя супруга Наталья 3 дня назад, смотрю, вечером она вся горячая такая, и у нее температура 38,7, по-моему. У нас дома на этот момент находился витамин С бренда Nutrilite от компании Amway. То есть это натуральные витамины, которые производит сама компания, выращивает их на своих сельхозугодьях. И, соответственно, то сырье, которое она выращивает на своих сельхозугодьях, идет не только на производство витаминов и биологически активных веществ, а также, допустим, на косметические средства, на средства по уходу за домом и так далее. Потому что все это, что производит компания, на растительной основе. И это, скажем, не вредит нашему здоровью, не вредит, скажем, нашей природе, не разрушает озоновый слой, не загрязняет почву и так далее. То есть в этом отношении компания Amway, она выбрала для себя путь именно экологии, защиты здоровья человека, вот, и многое-многое-многое другое, что связано, скажем, в этой сфере. И возвращаясь к тому, что вот у нее была температура, и у нас была вот эта формула витамина С пролонгированная, которая, допустим, на протяжении дня выдает по 30 мг каждый час витамина С аж 8 раз. То есть 240 мг витамина С мы можем получить с одной таблетки. Вот. И, скажем, мы с этим брендом знакомы, наша семья уже давно, мы его давно уже оценили, этот бренд, мы знаем, как он работает. И причем я хочу сказать, что он, скажем, вот в наших витаминах Nutrilite присутствуют такие вещества, как, допустим, биофлавоноиды, фитонутриенты. Это как раз те вещества, которые в разы, скажем, защищают наш иммунитет, в разы усиливают наш иммунитет, и они позволяют вот эти вещества выходить, скажем, из состояния воспалительного гораздо быстрее, чем это, допустим, будет происходить с традиционными, скажем, таблетками или витаминами, которые продаются в аптечной сети. Вот. Ну, скажем, кому это интересно, это уже отдельный разговор, но факт остается фактом, то, что вот я порекомендовал Наталье, я говорю, ты возьми не одну таблетку сразу на ночь, а выпей сразу их штук 6-5, вот. И так как они натуральные, они, скажем, не дают нам момента передозировки, потому что это все-таки растительные экстраты, вот. И что получается, вот ночь прошла, на утро у супруги температура 36,6, и она пошла на работу на следующий день. Вот.
И к концу рабочего дня она уже была огурчиком, просто-напросто. Это как раз вот говорит о том, что благодаря, скажем, вот таким качественным продуктам, которые присутствуют в компании Amway, относительно здоровья, да, мы можем решать проблему буквально за короткий период времени. И организму вполне достаточно, чтобы восстановиться именно за такой короткий период времени. Если посмотреть, что сегодня происходит, скажем, в поликлиниках и в больницах, любые воспалительные процессы, которые сегодня есть у людей, они длятся от 5 дней, больничный лист открывается, и более. И не факт, что человек, допустим, может вылезти из какой-либо болячки там, за 10, за 12 или за 14 дней. Поэтому все это растягивается очень долго. И, конечно же, когда мы получили такой результат, естественно, скажем, мы видим те знакомые, которые у нас где-то там простудились или еще что-то, мы начали им названивать и говорить: ребята, вот имейте в виду, вот есть такие, скажем, витамины у нас в нашей компании Amway, которые реально-реально помогают вам восстановиться. И вот в этом случае, когда мы начинаем делиться эмоционально, вот, скажем, теми результатами, которые мы получаем у себя дома, со своими детьми, с собой и так далее, да, вот, мы начинаем делиться этим, давать рекомендации, давать те же самые советы, то есть мы делаем все то же самое, что мы делаем сегодня в традиционной жизни относительно других продуктов, конкурентов. Вот. Но здесь есть потрясающий момент. Если по нашей рекомендации, допустим, человек идет и покупает, и регистрируется, скажем, тоже по нашей рекомендации делает покупку, то мы можем вот эти вот 20 тысяч рублей, допустим, сделать уже не одним, скажем, а человека 3-4. И чем больше людей, тем, соответственно, вот эти товарообороты групповые, они становятся больше. И вот здесь, естественно, чем чаще мы общаемся, чем больше мы, допустим, скажем, находимся в поиске вот этих новых людей, чтобы показать вот эту возможность, показать вот этот продукт, как он работает. То есть на этот счет у нас здесь очень много всяких направлений. Это те же самые вот маркетинг-планы, это те же самые, скажем, презентации, которые мы также вот выставляем, допустим, в эфире, там, или же с человеком один на один мы общаемся, или же мы общаемся с людьми там, в большой компании. Абсолютно неважно. И, может быть, кто-то, допустим, услышав эту информацию, скажет: да нет, это, наверное, все-таки сложно. И я хочу вас в этом плане успокоить, потому что на этот счет здесь есть в первую очередь тот человек, который вас сюда пригласил, который, может быть, вам когда-то дал вот эту рекомендацию и так далее, да. И вот этот человек, он для вас является так называемым информационный спонсор, и он готов вам помочь, допустим, выйти на какой-либо более высокий доход. И у него есть в этом свой интерес. Чем больше доход будет у вас, тем больше процент ему компания будет выплачивать за то, что он под собой выращивает непосредственно лидера, успешного человека в этом предпринимательстве. Смотрите, как это классно. И вот эта вот связка выиграл-выиграл, да, вин-вин, как она называется. То есть, когда меня ребята сюда позвали, они заинтересованы в том, чтобы я начал зарабатывать больше. Я начинаю зарабатывать здесь больше, и их процент, скажем, от компании тоже увеличивается за то, что я начинаю здесь расти. То есть вообще бесподобно. Вот. И, конечно же, рано или поздно, когда мы вот этот вот механизм запускаем, и вот информационный спонсор в этом отношении, он нам помогает, естественно, наши товарообороты начинают расти. И они, допустим, превосходят уже 60 тысяч в месяц, там, из состава, допустим, там, может быть, 10-15 человек делают, да. Потом этот товарооборот переходит, может быть, он становится 240 тысяч в месяц, там, допустим, с 20-30 людьми. Вот. У всех по-всякому, то есть кто на что настроен, кто делает какие покупки и так далее. И самое интересное, то, что нам зачастую люди думают, что вот нам нужно найти там вот столько человек, вот где их взять, столько, 30 человек и так далее. Но сама изюминка, она заключается в чем? Что среди вот тех людей, которым интересен продукт компании Amway, которым интересен маркетинг-план, мы находим тех людей, которые готовы нас скопировать. То есть они готовы делать то, что делает информационный спонсор. И именно вот это здесь преимущество в этом предпринимательстве. То есть копируя действия информационного спонсора, только в этом случае мы начинаем расти. Если мы где-то от этого копирования немножко уходим в сторону, то наш успех или, допустим, рост нашего дохода в этой системе, ну, он, может быть, немножко растянется подольше. Вот. И в итоге получается то, что я сказал, если товарооборот, допустим, 20 тысяч рублей, это 3%, это 600 или 670 рублей,
то если в вашей структуре товарооборот уже создается 1 000 000 рублей, вот, это уровень 21%. И вот здесь ваш доход составляет уже, скажем, если брать вот эти 21%, это 210 тысяч рублей. Но надо учесть, что под вами в этом товарообороте уже участвует не один, не пять и не шесть человек, а гораздо больше, и которые тоже имеют какой-либо доход. И вот здесь компания очень делает грамотный ход в каком плане. От этих 210 тысяч она в первую очередь раздаст деньги тем, начиная с 3%, 6%, 9%, 12%, 15%. А вам, как основателю этой структуры, этой организации потребителей, наверх поднимутся остатки. И вот от этих остатков, вернее от этой суммы 210 тысяч рублей, у вас как у лидера предпринимателя остается где-то порядка 100-120 тысяч рублей именно с товарооборота 1 000 000 рублей. И, казалось бы, может быть, это для кого-то хорошие деньги, но в компании АВ есть порядка, скажем, 14-15 вознаграждений. Мы не будем сегодня их затрагивать, но я хочу показать еще один вид вознаграждения, так называемый лидерский бонус. То есть о чем идет речь? Рано или поздно тот человек, который пойдет за вами, он придет на товарооборот 1 000 000 рублей. И как только это состоится, и у вас сбоку еще будет, скажем, небольшая поддержка товарооборота, здесь компания вам начинает платить так называемый лидерский бонус 6% от товарооборота вашего партнера. То есть у вашего партнера 1 000 000 товарооборот, с этого 1 000 000 вы будете получать 6%. На сегодняшний день минимальная сумма составляет где-то 55 тысяч, по-моему, 200 рублей, сейчас не помню. Это как раз вот тот момент, когда вы нашли человека, вырастили его под собой до товарооборота в 1 000 000 рублей, и вы с этого человека, от компании, получаете вот этот лидерский бонус. Причем самое интересное, что это тот вид вознаграждения, который передается по наследству даже при жизни. То есть вы этот момент можете зафиксировать, допустим, направить его в сторону, допустим, родственников, знакомых, там, как вам будет угодно. Что дальше? Что дальше? То, что я сказал, помощь информационного спонсора, она здесь, конечно, имеет существенную роль. И здесь вот нужно просто, вот, когда мы приходим в эту систему и хотим зарабатывать какие-либо деньги, нам нужно просто вот смотреть в сторону спонсора, идти за ним шаг в шаг, как, допустим, мы пересекаем болотистую местность. Тогда мы достигаем успеха определенного вместе со спонсором. Здесь на помощь также к нам еще приходит, ну, естественно, сама компания Amway. А что такое компания Amway? Это гарантия качества товара 90 дней. То есть смотрите, друзья, как это здорово. Мы покупаем какую-либо вещь или продукт, или товар, и у нас есть 90 дней, чтобы оценить эту вещь и попробовать. Если нас что-то не устроит, мы можем ее вернуть обратно в компанию и забрать свои деньги. В традиционной сети на сегодняшний день это выглядит таким образом. Если вы где-то что-то купили, но я вам хочу сказать, что деньги сетевые магазины традиционные сегодня, они возвращать не хотят. Вот, и будут стараться этого не делать. И, соответственно, вам для того, чтобы там вернуть в течение 14 дней по закону прав потребителя какие-либо деньги, вам понадобится, во-первых, это, скажем, нервы, ваше время и, конечно же, хоть какие-либо юридические познания, чтобы вы могли и могли пришли и могли чем-либо апеллировать в данном магазине. Здесь же у нас происходит все тихо, мирно и спокойно. Если человек не хочет, скажем, он возвращает товар обратно, и он получает свои деньги за минусом налога НДС, который остается в Российской Федерации. И, конечно же, компания нас поддерживает. У нее есть внутри, скажем, на платформе компании Amway бесплатная обучающая система Amway Академия, которая дает потрясающие возможности любому человеку прийти в эту систему и начать все именно с нуля. Вот он пришел, захотел развиваться, допустим, в косметологии, да, или девушка там, или еще что-то. В Amway Академии она заходит, она переходит в школу, допустим, красоты и проходит вот эти курсы макияжа, визажа и так далее, знакомство с косметикой, как это делается, как наносится, какие движения делаются и тому подобное. То есть все это вы можете получить на платформе компании Amway абсолютно бесплатно. И вот зачастую я смотрю и, скажем, на тех девушек, которые ездят на какое-либо обучение там, к визажистам в Москву и так далее, они платят огромнейшие деньги для того, чтобы там получить это образование. Здесь у нас 4 школы. Это, как я говорю, красота в Amway Академии. Это здоровье, то есть то, что связано, допустим, с витаминами Nutrilite. Это программы, допустим, коррекции веса.
Body Detox, Body Logic, Nutri Logic программы, то есть море всего, все, что есть. Также вот школа предпринимательства, где любой человек, допустим, который не знаком с предпринимательством, пройдя вот эти шаги с нуля, он может для себя оценить и понять, что это такое, как это делается, как это все это увязывается именно с компанией Amway. И, конечно же, школа работы в соцсетях, Digital, вот вспомнил, да, работа в соцсетях, как себя позиционировать, как создавать аккаунт и так далее, как можно, скажем, продвигать свой аккаунт, то есть тоже потрясающее вот это направление. Также, допустим, на начальном этапе есть такая потрясающая программа, разработанная в виде приложения Amway Start. То есть любой новичок, который хочет здесь разобраться, он получает в этом приложении пошаговую инструкцию. И даже, скажем, без информационного спонсора, начав в этом приложении, скажем, делать шаги, он начнет двигаться и будет уже делать вот эти правильные шаги, как это нужно делать. Да? Вот. То есть там все пошагово. Что нужно делать с самого начала, как только человек зарегистрировался? Что нужно делать потом? Какой шаг нужно сделать третий? Какой шаг нужно сделать четвертый и так далее? То есть потрясающее приложение. Много приложений, которые позволяют нам показывать людям маркетинг-план именно в цифрах. И, допустим, есть приложение, допустим, вот подключай, к сожалению, забыл, вот, делись, подключай. Ну, посмотрите, дорогие друзья, прошу прощения, я просто забыл. Вот, который позволяет, скажем, нам, набрав определенный ассортимент продукции, и посмотреть, если нас, скажем, продублируют также наши знакомые, то уже к какому доходу мы можем выйти. То есть, смотрите, какая потрясающая картинка. То есть, мы это можем видеть все живую. Если я покупаю стиральный порошок, жидкость для мытья посуды, и мои соседи покупают то же самое, уже будет вырисовываться какая-то сумма, сколько я начну зарабатывать в этом случае. Если будет, допустим, 3 семьи пользоваться, если будут 5 семей пользоваться, если будут 15 семей пользоваться и так далее. То есть что-то потрясающее. И, конечно же, здесь на помощь приходит еще одна обучающая школа, которая называется Diamond Alliance. Это выглядит тоже в виде сайта DaLife.info. Вот это уже закрытая, получается, обучающая школа. Она, конечно же, платная. Вот. И те средства, которые мы платим, мы их платим не только за ту информацию, которую мы получаем, но мы также участвуем в процессе, скажем, модернизации вот этого сайта, допустим, обновления его, каких-то новшеств и тому подобное. Вот. И здесь у нас есть потрясающая возможность именно вот на этом сайте DaLife.info получать информацию от таких людей, грантов, у которых товарооборот уже, допустим, более 10 миллионов в месяц, да? Это уже, скажем, лидеры, которые являются в бизнесе Amway миллионерами, рублевыми, долларами. Вот. И это, конечно же, вот обучающие мероприятия, которые, скажем, проводят Diamond Alliance, это BBS-семинары региональные, где, допустим, встречаются порядка там 1500-2000 человек. Вот. И, конечно же, есть такие мероприятия, которые называются West-семинары, или форумы по развитию личности и так далее. И вот ближайшее мероприятие, которое у нас сегодня состоится, оно будет буквально 9-10 апреля, стадион «Динамо» в Москве. Вот, двухдневное мероприятие, где будут собраны, это уже, скажем, направление международного уровня. То есть на такие мероприятия могут приезжать спикеры с других стран уже. Вот. И мы можем получить картинку, скажем, возможности, технику построения этого предпринимательства уже на фоне того, как это происходит, допустим, в других странах. То есть смотрите, как это классно. Вот. И, естественно, вот это вот уже обучающие мероприятия, они под собой имеют платную основу. Но опять же я хочу сказать, что, допустим, вот я первый раз попал на семинар, и спикером был у меня Бодо Шефер в 2006 году. Его называют финансовым гением Европы. Вот. Это тот человек, который, скажем, консультирует огромные компании в плане, допустим, финансов и тому подобное, коррекции вот этого финансирования и так далее. И он вывел очень много-много-много компаний на высокие уровни, по, скажем, по финансовой вот этой категории. И вот отдельно я смотрел попасть, допустим, на Бодо Шефера, он у нас в Москве бывает, к нему приезжают люди, и вот такое вот отдельное мероприятие где-то оценивается на сегодняшний день порядка 60-70 тысяч за один день, друзья.
Мы в компании АВЭ, в частности Diamond Alliance, посещаем такие мероприятия. Если такие спикеры у нас присутствуют, у нас билет стоит 4000 за 2 дня. Вы представляете, что это такое? Ну, поэтому я всех приглашаю, кто, допустим, услышал меня или захотел, допустим, попасть на это мероприятие. Будет очень много выступающих наших, скажем, научных сотрудников РУДН, Института дружбы народов, вот, это и кандидаты медицинских наук, и уже докторские, там у них звания есть и так далее. То есть они будут говорить о том, как мы можем сохранять наше здоровье с брендом Nutrilite, что мы можем делать и так далее. То есть много-много информации будет за эти 2 дня, будет, скажем, признание тех уровней, которые достигают какие-либо, скажем, уровни, вот. А признание на большой сцене с аудиторией, допустим, 5-6 тысяч человек, я уверяю вас, это что-то с чем-то. Даже мы, допустим, еще не достигших определенных уровней, чтобы выйти на сцену, находясь, допустим, даже вот со стороны зрителей, мы ощущаем огромнейший поток энергии не только в сторону сцены, но и в нашу сторону, потому что очень много-много-много людей, единомышленников, которые собираются в одном месте, которые празднуют успех, вот, они дают потенциал для того, чтобы мы, скажем, выйдя из этого зала, не окунулись обратно в бытовые вот эти какие-либо проблемы и так далее, да, вот, и дальше начали строить свое предпринимательство, скажем, веселее и позитивно. Ну вот, пожалуй, на этой нотке я хотел бы завершить. Вот. Хочу пожелать всем, конечно, финансовой свободы, хорошего здоровья, вот, чтобы ваши цели и те желания, которые вы в жизни ставите, чтобы они реализовывались. И, конечно же, желаю рассмотреть вам эту информацию, которую я сегодня дал, компанию АВЭ, ее обучающие моменты и так далее. Все, огромное спасибо. Марин, слово тебе. Да, спасибо, Андрей. Было очень интересно. И, в принципе, в компании Amway такие товары, которых нет аналогов. Вот. И тоже хочу добавить про витамин С. Он тоже мне очень хорошо помог. Я до сих пор его как бы, ну, как сказать, пью или кушаю. Все-таки это витамины. Вот. И то, что здесь классно, в этой системе не надо вкладывать большие, огромные деньги для того, чтобы начать этот бизнес строить. Так вот, я хотела, как я уже говорила, меня видно, кстати, слышно хорошо? Да-да-да, все хорошо, Марин. Отлично. А видно? Да, видно. Я хотела, как я уже сказала в начале, я хочу рассказать вам о таких моих любимых средствах, да, гель для умывания и крем линейки Essential by Artistry. Сначала расскажу, как я приобрела эту продукцию. Но у меня всегда была кожа не очень хорошая. Ну, как не хорошая? Может быть, это связано с окружающей средой, да, потому что где мы живем, как бы, да, окружающая среда не очень хорошая. Вот, мало жидкости пьем, это тоже немаловажный факт. И, ну, естественно, питаемся не очень хорошо, от этого кожа у нас становится сухой, жирный, сильно жирный или комбинированный, как у многих людей тоже. Вот. И я никогда не могла себе подобрать нормальные крема. Я пользовалась многими кремами, покупая их из магазина обычного. И что мне не нравилось, ну, когда я наносила эти крема с утра, да, сначала вроде нормально, потом уже в середине дня у меня начинала чесаться очень сильно кожа. То есть вот на лбу, везде, вот как бы. И расчесывала, у меня появлялись красные пятна на лбу, на щеках. Вот. И
Естественно, я не могла пользоваться никакими кремами, потому что, ну, это было бесполезно. Потом мне очень моя хорошая знакомая посоветовала купить вот именно эти крема, именно гель и крем. Вот, и я с первого раза, ну, честно сказать, да, влюбилась в эту продукцию, потому что у меня перестала шелушиться кожа, у меня перестала она чесаться. Вот это доказывает то, что здесь как бы эффективность есть этих средств. Все-таки из чего же они состоят? Гель, вот флакончик вот такой для умывания, в нем 125 миллилитров, он состоит из ингредиентов натурального происхождения, а именно из вишни ацеролы. Многим известно, ну, либо кто это услышит первый раз, да, вишня ацеролы имеет самый большой процент витамина С, даже больше, чем в апельсинах. И витамин С является антиоксидантом. Далее, этот гель содержит цинковую соль, которая контролирует выделение кожного сала и устраняет жирный блеск. Еще этот гель содержит экстракт огурца, алоэ веры и коры белой ивы, который успокаивает и смягчает кожу. Этот гель подходит для всех типов кожи. Также он дерматологически протестирован. Не имеет навязчивого запаха. Он такой приятный, легкий аромат. Хочу сказать еще по ценовой политике. Гели, если вы заказываете по каталогу, цена каталога – это 1125 рублей. Это по 100% цене. После того, как вы уже, ну, зарегистрируетесь на сайте Amway, так как сказал Андрей Перваков, у вас уже будет автоматом скидка 15%. То есть гель вы этот купите по цене 956 рублей. Ну и в течение того времени, как вы ваш лимит уже составит 10 тысяч рублей, у вас уже скидка будет 23%, и вы этот гель приобретете по цене 866 рублей. Далее, так, про гель я рассказала, теперь про крем. Что содержит, ну, также он содержит ингредиенты натурального происхождения, это экстракт голубого лотоса, масло макадами, ши и баруга, которое содержит омега-3 и омега-6, и еще витамин Е и В5. Также подходит для всех типов кожи. Легкая текстура крема позволяет пользоваться им даже когда жарко, то есть летом. То есть он не течет, не дает жирного блеска. Использовать его можно и утром, и вечером. Но я использую один раз в день, но мне хватает как бы, да, на... Я умылась, пришла гелькой вечером, и все, у меня хорошо, с лицом ничего не сушит, потому что даже когда я умывалась гелем, покупая его в магазине, у меня кожа после него очень сушила. Без этого, без крема я не могла просто пользоваться гелем. Здесь все наоборот. Я заметила, кстати, еще один факт по использованию крема. Я заметила, что у меня пропали такие припухлости под глазами, да, как бывает у многих. Ну, как вот есть какие-то проблемы с мешками под глазами, вот у меня они немножко, такие вот припухлости пропало. Этот крем и гель, сама вот эта вот линейка Essential by Artistry, его используют для молодой кожи.
У меня дочь, ей 11 лет. И сейчас она хорошо пользуется вот именно и гелем для умывания, и кремом. То есть бояться не стоит. А также еще хочу сказать, что продукция, она дается с гарантией. Ну, как вот сказал Андрей Перваков, да, что на всю продукцию Amway есть гарантия. То есть попользовались вы кремом или гелем, не понравилось, вы просто отдали. Но бывало мало случаев, вообще практически нету случаев, когда продукция не нравится. Ну, потому что все-таки компания Amway отвечает за свою продукцию. И то, что поступает от производителя напрямую клиенту, да, здесь уже не имеется никаких подделок. Не будет подделок однозначно, как это бывает в сетевых магазинах. Ну и хочу сказать, чтобы приобрести эту продукцию, для того, чтобы приобрести эту продукцию, обратитесь к вашему спонсору, кто вас сюда пригласил. Ну, в принципе, я все. Хочу сказать спасибо тем, кто уделил время сегодня, пришел на встречу. И хочу сказать отдельно спасибо тем, кто будет смотреть эту встречу в записи, этот эфир. Благодарю Андрея Первакова за интересный рассказ. Да, если еще будут вопросы, то задавайте. Либо сейчас в эфире, либо просто тем людям, кто вас сюда пригласил. То есть информационным спонсором. Ну, вопросов, я так понимаю, нету. Если возникнут по ходу, то как бы вы можете связаться, да, с Андреем, можете связаться, ему задать вопросы напрямую. Также у нас есть хорошие специалисты по косметике, артистри. Это Рима Грузина. Есть нутрициолог, специалист-нутрициолог. Это Сергей Конов. Тоже может ответить на любой вопрос. Спасибо всем за внимание. И до скорых встреч. Пока-пока. Спасибо. Спасибо большое, Марин. Спасибо, Андрей. Я с вами. Я вас вижу, слышу. А, Мы кстати, тоже. ребят, да, Да. ребята, мы сейчас вот готовимся к семинару активно. В принципе, включите камеру, наверное. Я тут вот иду по улице, немножко солнце. Вот, мы готовимся активно к семинару. У нас 9-10 будет международный семинар. Привезем очень много новостей, поэтому следующий эфир, следующую среду будет очень интересным. Приглашайте людей, будем делиться, будем рассказывать. Естественно, какие-то фотографии семинара, какие-то короткие вырезки мы тоже в эту группу будем выкладывать. Ну и у нас в этом месяце ожидаются также интересные презентации от нашего эксперта по косметике Римы Грузиной. Это будет вторая часть этого месяца. Олег Родин расскажет о Body Logic, то есть это программа похудения и оздоровления организма. И, конечно, Андрей выступит с посудой, с его любимой посудой, которой он больше расскажет и является экспертом. Так что вот. Все, друзья, я думаю, сегодня уже можно заканчивать. Спасибо еще раз огромное. Погода отличная, кстати. Да, отличная погода, я согласна. Настроение поднимает. Да, Солнце. всем благодарность огромная. Да, Все, спасибо вам пока-пока. огромное. Спасибо. Ну все, всем пока-пока. До скорых встреч.